Одна из достопримечательностей Углегорского района – лагунное озеро Таура. Весной между долгими перелетами здесь отдыхают лебеди. Зимой сюда съезжаются любители подледного лова. Рыбалка для меня, для пенсионера – это как жизнь. Ну, любой рыбак вам скажет, что это больше большое-большое удовольствие. Чем сидеть дома в четырех стенах, лучше посидеть, померзнуть здесь. Таура – одно из немногих доступных мест для зимней рыбалки. Прочного льда на море все еще нет. Река Углегорка, говорят рыбаки, сильно загрязнена. На речке находиться невозможно. Грязная вода с редкими днями, когда она чистая. Она грязная, 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 грязная. Корешки там не стало вообще. Ни корешки, ни зубатки. Рыбаки говорят, на озере тоже есть проблемы. Протоку, которая соединяет Таура и море, периодически замывает. Озеро оказывается отрезанным от Татарского пролива. Вот пляж, вот здесь база была отдыха, тут все отдыхали у нас. Вот как протоку замывать начало, все, люди уже на озеро не стали ходить вообще в данное время купаться. Вот, потому что она зеленеть начала, травы очень стало много. Раньше, вспоминают старожилы, в Таура заходили таймень, кунжа, красноперка, зубатка. Сейчас улов гораздо скромнее. Корюшка малородка и селедка. Когда была глубина здесь, в озере, ну, где протока у нас вот была прочищена, хорошо вода функционировала постоянно, таймень заходил с моря сюда зимовать. Протоку периодически прочищают, но, по словам жителей, первым же штормом ее сразу замывает. Если бы песок не воровали бы с протоки, то она бы дольше держалась. Как только начинают выбирать объемы песка, все, море стремится тут же их возместить. И она замывает. Замывает протоку, протока останавливается. Рыба не заходит. Вода чуть-чуть меняется, но все равно она под песком проходит туда-сюда по приливу отлива. А рыба уже не заходит. Замывание протоки – не единственная проблема. Тут и еще такая есть проблемка для этого данного озера. И для данного озера и побережья – это вот весеннее засилие промысловиков по уйку, ну, по мойве. Один-два невода стоят вот прямо на вскрытии льда. Выходит селедка, выходит корешка, выходит это. Идет весенний нерест корешки. Все, в эти невода. Эту всю рыбу вычерпывают, рыбы, конечно, становится очень мало. Жители Углегорского района уверены, озеро надо спасать. Подход для этого нужен серьезный. То, что там проток открыт, это одно. А само русло, которое входит в озеро с моря, оно тут стало уже узким. Раньше-то оно было широкое. И воды было намного больше прибывало. Когда вот рыба была, здесь народу было и с Углегорска, и с Шахтерска весь, и чуть ли не с Краснополя приезжали. Тут народу столько было и палаток, городок был. Люди отдыхали семьями, с детьми. Разве это плохо? Зимняя рыбалка – любимое занятие многих сахалинцев. А озеро Таура – уникальная достопримечательность Углегорского района, способная привлекать туристов со всей области. Дело за главным – навести на Таура порядок. Анастасия Черказьян, Александр Гагаркин, Углегорские новости.